Так, что за вещь? Если они от Урала, это сам. Где ягода? Легионер. Иван Кузьмичев, номер 20. Егор Погоснов, номер 59. Наир Текнезян, номер 71. Илья Самошников, номер 77. Дмитрий Баринов, номер 6. Рифат Джималетдинов, номер 17. Артем Карпукас, номер 93. Артем Цюба, номер 7. Сергей Пеняев, номер 9. Вильсон Изидор, номер 10. В запасе Даниил Худяков, номер 53. Лукас Фасон, номер 3. Марио Митай, номер 21. Максим Нинахов, номер 24. Александр Сильянов, номер 45. Евгений Морозов, номер 85. Антон Миранчук, номер 11. Даниил Куликов, номер 69. Дмитрий Рыбчинский, номер 94. Константин Марадишвили, номер 5. Владислав Сарвели, номер 8. Максим Глушенков, номер 15. Главный тренер команды Михаил Галактионов. Футбольный клуб «Факел» Александр Беленов, номер 31. Василий Чернов. Номер 2. Игорь Калинин. Номер 13. Руслан Маган. Номер 28. Сергей Бошин. Номер 47. Ильнур Альшин. Номер 10. Никита Моцман. Номер 11. Андрей Мендель. Номер 18. Ираклий Квиквискири. Номер 33. Хызыр Апаев. Номер 14. Евгений Марков. Номер 20. В запасе Виталий Кудиев. Номер 1. Кирилл Суслов. Номер 15. Федор Кудряшов. Номер 30. Владислав Мастерной, номер 88. Сергей Брызгалов, номер 92. Абдулла Багамаев, номер 8. Вячеслав Якимов, номер 23. Даниил Черняков, номер 78. Александр Долгов, номер 7. Максим Максимов, номер 9. Матвей Ивахнов, номер 56. Сегодняшний матч обслуживает судейская бригада в следующем составе. Главный судья Василий Казарцев, помощники Араш... Главный тренер футбольного клуба «Факел» Вадим Евсеев! Дорогие болельщики, сегодня мы приветствуем на нашем стадионе человека, который внес большой вклад в развитие нашей команды. В том числе и благодаря ему «Факел» здесь, в премьер-лиге. Это Неманья Пичинович! Спасибо тебе за все, игрок с большой буквы. Двери нашего клуба всегда открыты для тебя, Неманья. Друзья, все вместе спасибо! 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 Неманья Пичинович! Наконец-то!
музыка как-то. Yeah.
они задерживаются. Тут два варианта. Наконец-то. Воронежской филармонии. Итак, друзья, приветствуем на поле Неманья Пичина! Давай, Печка! Посмотрим, на кого ты бабки поставил. Всю пользу он вложил в кошелек. Завершил карьеру? Да, он после факела завершил карьеру, он год назад завершил. Это моя цель на сегодня, мне надо его поймать. Как-то. Неманья! Друзья, приветствуем! Внимание, Пичинович! Давай, Печка! Туда его! Браво! Хорош! И горю не будем курать! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Поехали! Поехали, брат, с Богом. Оба! Хорошо. Ой, полетел! А что никак на востоке, блин, с тренерами советов? Как непривычно? Ну! Что это? Что не так? Что произошло? Тихо. Там фол был. Ага. Что такое-то? Просто... Давай! Давай! Ну! Да. Куда? Жаль. Бить! Что?
ору. Ай! Давай, извиняйся. Чемиш. Миша, вы валяться приехали или играть, бля? Люба, передерни! А волна по трубам. Женя погнал, не догонят. Погонишь. Куда? Фа! Держи! О! Что ж вы там творите? Давай! Еще раз. Еще. Пожалуйста. Калина. Ну. Блядь, ты. Сука, тоже у нас. Давай! Ну! 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 Давай! Раклис! Раклис! Ай-яй-яй. Уйдет, уйдет, уйдет. Нет, не ушел. Ну, пунку давай! Сережа! Это второе спасение за матч. Скажем так. Это долгов, мало мозг, он долгов в запасе. Саша! Ой-ой-ой! 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 Саша куда побежал? Он не виноват! Вот это нам сейчас подфартило вообще. Миша, за зуб! Фу! Снова, боже! Ой-ой-ой. Ой! Бля, да чё, бля? Супа забил. Бля, бля! Ты чё, бля, прохуел, бля? Молодец! Артём! Я сказал, что ты себе забил. Чего-то, мне кажется, возможно, сейчас вар будет. Ладно. Мне кажется, вар должен вмешаться. Обязан. Потому что желтый, да. Мне кажется. Кому? Одна, кому ждали? Боковой толчок, блин! Куда ты, блядь, смотришь? Боковой! Вар, вар! Иду, боковой! Ёпта, кто делал? Давай! Боковой! Так, блядь, главное махнуть, а там плохо. Ты видишь, что смотри? Валера Казарцев. Посмотрим, посмотрим. Вспомни. Таком, блядь, поворено, блядь, родом. А, ну, вот ты, вот ты, блядь! Опа! Опа! Вар, вар будет просматривать, походу. Вар просматривает. Смотри! 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 Вар просматривает. Смотри кино! Посмотри, посмотри! Артём! Да ну я нахуй! Опа! Табло погасло. Вар, проверка. Опа! Мяч в ворота команды «Факел» забил Артём Дзюба, номер 7.
факел получил Хызыр Апаев, номер 14. Апаев красава! Апаев! Эй! Катышку давай, блядь! Очень жалко! Не надо, сейчас десятером еще хуже! Давай! Да куда ж вы бьете-то? Вообще! Руся? Чтобы побегать! Еще, Вася! Блядь! Ёбаный Василий! Блядь! Галя! Какая Галя? Галина! Саша! Саня! Зюба даже поаплодировал. Давай! Да. Ну. Давай! Ай-яй-яй-яй-яй. Хорош, сохранил. Молодец, умница. Калинин. Ой, ну-ну! Ой-ой-ой! 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 Тоже плохо. Давай, Руся, покажи, кто тут батя на правом фланге. Показал. Ай, не кажется. Ой-ой-ой. Ну, Женя, аккуратно, пожалуйста, Женя, я тебя прошу. Я тебя прошу. Опять Калинин сломался. Блять, Калина, опять. Ты что, серьезно, Игорь? Они не могут мяч закручивать. Серьезно, блин? Да ну нафиг. Не-н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 е
Шерло. Федора или Бурзалова. А это какая? Оксана или Москва? Ой. Калина. Фух, живой вновь. Водопой, на. 21-й, да? Водопой. Без Калины, конечно, плохо. А, нет, замена все-таки будет, Суслу выходит. Ну ладно. Опять Калина, да что с тобой не так? Ой-ой-ой. Он по будке не ударил. По будке ударил. По будку инспектор. В смысле, а где Суслов? Что делаешь? Это 10 пока. А, то есть у нас минус один игрок, мы в десятером сейчас играем. Еще один игрок. А где Суслов? Не вышел еще. Замена в команде «Факел». Вместо Игоря Калинина, номер 13, играет Кирилл Суслов, номер 15. Блин, Калинин, ну как так? Давай сравнивай, блядь. Что ты так долго стоял? Вася!
Мама родная. Ну, блин, Василий, на ту, блин. Да. Просто играются, вот. Да. Деточку давай, бля! Бля! Слушайте, у нас больше нет. Не, ну а что у нас? Ну! Ну! Бей! На билет, ну бей! Хорош! Ну бить надо! Подачи, блядь! Бегите, хороший! Давай! Бей! Бей, блядь! Бей! Ебани! Эй! Судья, блядь! Остричайте его, блядь! Блядь! Ой. Один. Женя. Давай. Эй. Давай, блядь. О, стой, фатай. Желтая, наконец-то, блядь. А что, судья? Хорош. Козырь, блядь. Сус хорош! Привет, Артём! Добрый вечер! Ну! Хорош! Давай, Кирюха! Сейчас упадет, блядь! О, гля! Ни хрена себе! Хорош, Андрюха! Давай! Давай! Играть, блядь! Зачем? Давай! Господи, запутались мячи! Просто запутались! Реализация у него плохая, я бы так сказал. Кирюха? Да, Уля. Давай, заброс номер два. Хорошо, с чувством бросай. Давай, блядь. Ну, угловой.
тебе даже говорил, что рука была. Бань! Соперку! Бан! Требуем бан! Опа, пошел! Нет бана. Не, он разговаривает сейчас, походу. Он сейчас разговаривает, он попросил отойти. Навара нету. Сейчас будет. Я ни хрена не понял. Что это такое? Что это было? 44-я минута матча. Гол, а? Гол! Нужен гол! Нужен гол! Добавлено 3 минуты. Нормально. Ой-ой-ой! Все, она хорошая. Мы хотя бы бьем уже. Да, мы не бьем все. Хотя бы бьем, хотя бы что-то. В первом тайме ударов было не так много. Где мяч? Пошел. Тихо, тихо. Давай! Чисто! Чисто! Давай! Жопы! Стоп, куда вы жопы, блядь? Вы жопы! Судья, жопы! Судья, пидорас! Да почему? У судьи есть пуст! Ё-моё, ну 100%. Ну никак. Это жопы, железобетонная! Как и рука там! Ну! Эй! Что ты упал? Нет, блядь! Еще раз, блядь! Сядь! Встань! Второй раз и нету! И нету! 3-2 раза, блядь! Убери с поля! С поля, блядь! Миша, это как бы кто из нас, как бы, не понял. Замены в команде «Локомотив». Вместо Вильсона Изидора, номер 10, играет Дмитрий Рыбчинский, номер 94. Вместо Рифата Жималединова, номер 17, играет Максим Глушенков, номер 15. Thank you.
Где? Это было логично, я уже понял. Ты пизян. Всю карьеру, блядь, не забивал, теперь месяц пробивал. Ну что ты, блядь, теряешь мяч? Это вообще... Где, блядь, напали? Куда ты машешь, блядь, олень, а, блядь? Ни себе! По 20-й машине пути. Замена в команде «Факел». Вместо Ираклия Квиквискири номер 33 играет Вячеслав Якимов номер 23. Мяч у ворота команды «Факел» забил Сергей Пеняев, номер 9. Замена в команде «Локомотив». Вместо Артема Дзюбы, номер 7, играет Владислав Сарвели, номер 8. Предупреждение в команде «Локомотив» получил Илья Лантратов, номер 22. Ну куда? Миша, блядь, успокойся, блядь! Чего ты руки разводит? Ну что? Миша, блядь, что ты ноешь, блядь? Нет, руки разводит, не стоит. Все насрать. В воскресенье, 20 августа, «Факел» примет команду «Пари НН». Начало матча в 17:30. Понятно.